Анонс и точка выхода третьей серии турецкого сериала «Ворон. Бездонная тьма». Третья серия сериала будет в эфир 14 октября. Ранее в сериале мы увидели, как все началось с кабинета начальника убойного отдела Мехмета, где обнаружил, что стены были покрыты кровавыми следами убийцы ребенка. Этот ужасающий момент стал отправной точкой для Мехмета и его верного напарника Мирка в расследовании страшной серии преступлений. По мере раскрывания загадки, они узнали, что убийца ребенка действовал не на свой страх и риск, а служил частью большой и зловещей организации. Их следствие привело к торговле детьми и незаконной торговле оружием, что сделало их работу еще более сложной и опасной. В процессе расследования Мехмет и Мирк сталкивались с угрозами и рисками. Их жизни были поставлены под угрозу, но они не сдавались. Их стремление раскрыть ужасающие преступления и спасти другие потенциальные жертвы группировки давало им силы продолжать бороться. С каждым новым обнаруженным следом они приближались к разгадке и поимке убийцы ребенка и к разоблачению всей преступной сети. Их расследование стало гонкой со временем, и они понимали, что успех в этом деле может предотвратить новые ужасы и спасти множество невинных жизней. В этой смертельной игре на кону была не только их собственная безопасность, но и судьба многих других. Третья серия сериала выйдет в эфир 14 октября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.